с тобой. Алло, гонок арта, Хузик. Это же как его, твое народное. Давай. Что? Народное, блядь. Пойдем. Давай, открывай дверь, блядь. Ломай дверь, слышишь, сейчас что, выебывает, стой. Давай, ломай его нахуй. А кого не поймали? Да, я уже убежал. А я не поймал. Ну, меня кто-то два раза пробежал. Сань, ты где? Кто-то прыгает на моей голове. Док, подойди сюда. Подойди на секунду. Вот, ну все, я нашел. Блядь, это... Экспертное мнение. Стой, сука. Кто это? Вот этот? Кузик, ты смотришь на сейчас на это? Бля, я потерялся, подожди, камеры нет. Вот кто это, блядь, передо мной, а? Сектор clear. Roger that. Ко мне идите все. Сейчас уже нашел? Я нашел. А, вот. Три золота, да, да. Он, трогайте меня. Че с ним? Я думаю, мне получится спрятаться и уйти в АФК. Леня, ты окружен. Это напоминает мне один мем. Саня, не бой кидает. Блин. На ноль палево, пацаны. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Алло, пацаны, подойдите ко мне, посмотрите на это, вы орнете, алло. Вы орнете, кто этот гений? Сейчас иду. Пацаны, смотрите, куда я смотрю, просто внимательнее. Понял, ты хорош. Воздержимся. Кстати, если меня ёбнут, я тебя ёбну первым. О, Джимбэ, походу, спалили. Блять, если Джимбэ найдут, то у нас проблемы, Узик. Мантим, не догонишь. Блять, Узик, у нас проблемы. Чего тебе? Вам пробежать. Узик, разделяемся. Я не знаю, я не рядом с ними. Не разделяйся вообще. Разделяемся. Мне кажется, он наёбнет. Пожди, бог. Какой разделяйся, блядь, съёбай отсюда, это моя локация. Ток, ты знаешь, куда проверять? Ты там спрятался? Нет. Ой, я найду тебя. Вы не знаете, вообще, где вы меня. Я найду тебя, Бойч. Ты не найдешь меня, блядь. Бойч, я найду тебя. Нет, ты не найдешь меня. Сука, я реально не нашел его. Это кто там, блядь? Карты играет против нас. Стой! Меняю себя на Саню. Да я тут не подалёк. Себя на Саню. Он здесь. За ледышкой. Подожди, а где ты? Подожди, я найду его. Нет. Это кто пролез? Вон он лежит, вот он Саня. Все, меняю себя на Саню. Да. Это был не Саня, дебил. О, погоди. Я понял этот весь IQ вот этой. Я понял, да. Не поможет, чувак, не поможет. Что за лабиринты? Джимбей, Джимбей, как думаешь, как бы с тебя спали? Очень. Блять, улетел. А если не спалят? Алло, стой ровно хотя бы, смысл приседать. Да как? Гордо, так? Вот так, гордо, да. Гордо, блядь. Ну, Гордон Рамзи. Сань, подумай. Давай подождем. Блядь, это пиздец. Гордо, стой, блядь. Отъехал нахуй.
Видим бы. Блять, упал. Так, он где-то рядом. Блять, упал. Так, я чувствую, он где-то рядом. Блять, упал. Подожди, подожди, я найду. Так, подожди, подожди, как здесь паркур, бля? А, все, я не упал. Так. А че такое, сзади меня, что ли? Че, вообще, я проникну в тебя. Что за хуйня? Ты не можешь сзади. Блять, как же я ору, то что вы джимбы нашли, не могли, блять. Да и ты тоже не смог, блять, они пили. Подумай о деле, пожалуйста. Блять, я застрял. Не, серьезно, алло, вставай, типа, ищи, это что за хуйня? Кстати, понимаешь, я еще и последним остался. Да что делать? Никто не верил в это. Да. Я только начал искать, и они с чего-то орут. Да не, он авкашский просто. Я догадываюсь, где он может быть. Я пошел на свой искать. Пацаны, он где-то рядом с вами и орет с этого. Кто? Николай, если что, бабочи нашли давно. Да я не про бабайча. Серьезно, вы не можете его найти. Ну на елке сидел. Нам вдвоем остались. Алло, всем на вершину, алло. Ребят, блядь, вы где? Всем на вершину, говорит человек, который сидит в самом низу и не может запрыгнуть. Я сижу в самом низу, чтобы вы не съебались просто. Я буду караулить вас внизу. Где Лёня? Да, не туда воюешь. Лёня! It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Что они в руки? Как ты здесь оказался, Узик? А, блядь, сразу зашел, там увидел какую-то дыру. И зашел в дыру. Саню увидел. A few moments later. На, подвал есть. Да, блядь! Да, ну, ты чё, блядь? Ты чё, грызь, блядь, охуел? Прятаться там, где прятался, блядь. Больше они начали побороться. Узик, не стой, не бросай меня, помоги мне их найти, они где-то тут. В смысле? А, ну пошёл, на. Джимбей, это ты, да? Я понимаю. Да кто еще? Бось, где ты, Бось? Сань, земля, как сломать дерево? Да я нашел его. Узик, ты же видишь меня, да? А? Ты меня нашел? Да, я перед тобой летаю, видишь? Это не Узик. А, это Жора, здорово. Подожди, а где? Он издевается над ними, я вижу. Что, прикол? Да, не я тебе вижу. Жора. Остановись. Не мучай их, они идиоты. Не мучай, они идиоты. Не мучай, отпусти. Отпусти их, Жора. Им еще Узика найти надо. Не мучай. Ракамурга! Блядь, тебя нашли. А Саня ищет? Нет! А ну что, легчайшее. Лёня, легчайшее это когда легчайшее. Ты ищешь. Пацаны, тут есть стекло, и я могу видеть, где вы прячетесь, пока не начнется игра. О, курва! Ты здорово! Саня, ты где?
Где это? Где-то посреди карты сидит. Сука. Вот бежит на по главной. Да нет, это не ходит. Направо все равно. Подпрыгивает. Узик, это ходи. Это кто сделал? Это кто? Узик, ты видел там чувак этот за ведьмой охотится и подпрыгнул? Серега, ты думаешь, я понял. Welcome to the club, buddy. Эй, Вася, ты, наверное, съебал. Один из нас ведьма. Так. Стоп, а вот теперь, Сань. А. Третье задание прочитай. Третье? Окей. Прочитал. Ёбнить его. Чё вы ржёте? Как голосовать? Вы ж нашли, как голосовать? Да-да-да-да. Либо мы как Человек-паук, знаешь, так... Сань, давай. Паутину выбрасывай. Посмотрите, как я стреляю. А как? Картошки, да? Ну, всё, понял. Оп, пока, Сань. Ебать. Прямиком на тот свет. Какая девчачья просто. Я как знал, что это Саня. А я голосую за Славика. Три, ебать, а рядом два арбуза. Даже заказывается, что это адок. A few moments later. Камеры палят? Возможно, пошел выносить. Ни хрена себе, адок день. Увидев, что камера не работает, он пошел вайпнул. Можно, кстати. Слушай, я хочу за адоком кинуть. Да не, вырубьте тело, типа, ну... 2 hours later. Так, я голосую за Джимбея, потому что у меня это... игры. Интуиция на Джимбея. Да, да, мне тоже не только всё. Тихо, Джимбея, по приколу, го по приколу. Го по приколу. Хуй, мне кажется, вы ёлка. Всё равно мы его выследить сможем. Next скидывайте за адок. О, боже. Кто не проголосовал? Саботаж, что срочно? Любовь. Все, а, все, не успел. Все. Кикаем бабай еще. Окей, давай. Бабай чем постер по-любому. Я тоже уже согласен, да. Совет жаб решил. Просто посмотри в глаза. Саня, сегодня мы с ним играем. Нет, я тебя понял. Предательство века просто. Котик, не благодари. Не, не отходил. Серый, в мою защиту вообще что-нибудь скажешь? Да, ты только что собирал. Сань, Комаров, подкинь чуть-чуть. Здесь у тебя есть здесь квест? Да, у меня тут 2 квеста подряд. Блять, их, короче, нельзя убивать, понятно. А напоследок их оставить, вместе парочку. Нет, ну боди скипается. Я со Славиком на камерах. Я сиськи помогу. Мне уже страшно. Ну что ж, на этом наши сасные приключения по Вичит подходят к концу. Игра была очень увлекательной и идеально заходит для вечерних забегов с друзьями. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь, если еще не подписались. С вами был Бабаич, и до новых встреч!